Информационно-рекламное видео для владельцев металлоискателя MineLab и Pinox 800 и 600. Аксессуары. Первый аксессуар — это у нас карбоновая штанга, всем известная, более удобная, более компактная. Второй аксессуар — это у нас чехол на блок. Вот так вот выглядит, все четко. Вторая пленочка, не пугайтесь, это та, которая наклеена на экране. А здесь сидит все четко. Снизу фиксируется на двух липучках с двух сторон. Сзади смотрится вот таким образом. Здесь у нас зарядка. Внимательно посмотрите на ткань. Эта ткань пропускает хорошо звуки от динамика. Это огромный плюс. Ну и сам пошив, все прочее, все проверяется. Единственное, что, как видим, вот эти ниточки, я показал на видео, что они есть. Их не подрезают, не подпаливают. Главное — качество ткани, прошива и тому подобное. Дальше. Третий аксессуар. Это всем известная проблема MineLab. Ломаются уши. Так вот, этот аксессуар — усилитель ушей, или служит ремкомплектом уже, когда уши поломались. Можно привезти тоже в магазине Фортуна. Одевается он довольно легко, сидит четко, фиксируется болтом. Как видите, вот это уже больше сужение одного с ушей. Ну, пока держит. Можно, конечно, поломать все, но в данном случае сейчас посмотрим, как при сжимании болтом будет оно реагировать. Итак, вид спереди, сбоку и сзади. Если я пережимаю хоть одну часть, здесь будет немножко выступать, зазор появляться. Смотрим. Это я сжимаю уши уже больше, чем надо. Немножко неудобно. Но смотрите, насколько это уже сильно. Уши сузились сверху. Пока держит. Ну, как это поломать? Ну, там где-то вот так на стандарте, наверное. Тяжело прокручивается, не совсем, но держит. Поломать вот здесь сверху. Вот видите, оно двигается. Не совсем удобно. Но... по крайней мере, я и уши без этого так не сломаю. Но саму пластиковую вот эту насадочку сломать, когда она одета на катушку, нереально. Как я не пробовал. Вот, в принципе, все. Всем спасибо за внимание и до следующих встреч.